Книга «Открытым оком», том 12, вопрос 2688. Еще с 19 века идет молва, что Серафим Саровский был тайным старовером. Вы его таковым признаете? Ответ старообрядческого митрополита Андриана. Серафима на иконах часто изображают с лестовкой, старообрядческими четками. Это, конечно, требует объяснения, но никакого внятного доказательного объяснения нет. О Серафиме передают много противоречивых сведений. Например, будто за двуперстие братья его побило и выгнало из монастыря. Но, с другой стороны, известны его очень критические высказывания о старообрядцах. Где тут правда? Где ложь? Вроде и жил он не в незапамятные времена, но сновидения, передаваемые о нем, вызывают много сомнений. Для нас его фигура... Для нас его фигура убедительной не является. Хотя нам всегда его приводят как символ истинности новообрядческой церкви. Вот, есть у нас Серафим Саровский. А если вы Серафиму не верите, то во что вы тогда вообще верите? Как будто до него не было ни апостолов, ни древних русских светильников веры. Комментарий Игнатия Тихоновича Лапкина. Чудный ответ Андриана, но на него-то меньше всего старообрядцы обратят внимание. Да этот ответ митрополита нужно по несколько раз ставить каждому ответу Андриана, как будто до него не было апостолов. Восклицательный знак. 2 Фессалоникийцам 3:9. Чтобы себя самих дать вам в образец для подражания нам. 1 Коринфянам 4:16. Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу. 1 Коринфянам 11:1. Будьте подражателями мне, как я Христу.